по Гамбургу. Поезд поехал. Но не как у нас в Мустере, два вагона бежит здесь. Ну да. Побольше вагончиков. Ой, прямо в этот длинный. Смотри, что. Да. Киль. Через 300 метров поверните направо. Вы прибудете в конечный пункт через 200 метров. Нет. Да. Вот это что ли? Да. Нань. Разве? Конечно, она. Это церковь. Вот вон точно. Мы там паркуемся. Перепроложить? Не надо перепроложить. Ну, приехали. Мы уже приехали. Вот и церковь. Конечно. Ну, я еще думаю, Нань, она уже 100 лет не были, да? Теперь где перепродаваться? Ну вот, дорогие мои, приехали. Вот это русская церковь. Что, голос охрип. Рядом башня, как в Останкино у них. Гамбургская. Как она называется? Не знаю. Не знаешь? Какие старинные колонны. Все старинное. Сейчас попробуем заснять, если получится что-то. Ну вот, мы приехали в церковь. Головку покроем и пойдем. С головой непокрытой женщинам нельзя. Мы же помнишь, когда вас крестили в России, тоже у всех головы были покрыты. Да. Крещение было, поп крестил. Понес в таинство крещения, во владение церкви. Не упала. Угу. И помолиться. И вся его церковь закончится. Попали на крещение. Ребеночка крестили. И немножко попа засняли. Ну а так вот. Церковь не богатая. Но очень удобная. В центре стоит. Люди хорошие. Сто евро крещение.
делать теперь? Я понимаю. Вот, едем вот к этой церкви Святого Николая. Попробуем до нее добраться. Машин море, народу море, припарковаться негде. Ну, это Гамбург называется, да? Приехали в какой-то музей. А это вот впереди церковь Святого Николая. Я ничего про нее не знаю, поэтому будем молча просто смотреть старинный музей. Здесь экскурсии проходят на немецком языке. Можно было бы, конечно, и послушать, но я немецкого не знаю, что мне слушать. Поэтому будем только так. Рассказывают, там люди стоят, видите? Колокола. Да уж. Музей как музей. Красота какая. Лифт какой-то, смотри. Доверху на лифт какой-то ходит. Видишь? И что там, как там, интересно. Может, и мы бы зашли. Может, бесплатно. Да хоть и платно бы зашли. Ого, не да там вообще. Но я тебе говорю, на самый верх поднимаются. Ну-ка, пойдем, подойдем, спросим, посмотрим. Все очень, конечно, красивенько. Получилось у нас забраться. Здесь все по терминам. На сегодня уже все термины разобраны. На 15 минут поднимают наверх. Сколько метров? 100? Она максимально... Нет, сама она 147. Сама 147. Это башня метров. И вот на какой-то верх она там поднимается. Но сегодня уже все. Сушпет. Поздно. Вся жизнь в Германии тоже по терминам. Я уже вам об этом говорила. Поэтому остается только пофотографироваться и поедем еще в Икею заедем. Нам надо кое-что там купить. Раз уж сегодня свободный день, у нас суббота, значит, поездим, покатаемся. Вот нашли надпись на русском языке. Здесь на всех языках, оказывается, вот эта статуя. Ой, тоже высокая. Вот такая. И написано: «Земной ангел, дай мне свою руку, и я приведу тебя назад к тебе». 2003 год. Проходят экскурсии. Люди рассказывают. Всем интересно. На итальянском, что ли? Пасторовера, что-то. Но не на немецком, точно. Гамбург только понятно. А, здесь канал какой-то. Ой, как красиво. Вот они, колокола, наверное, эти бьют, наши? Да. Да ты что? Ой, какое все старинное, ребята.
Это вообще. Вот это канальчики. Съездили мы в Икею, заехали еще по пути, я вам говорила, и купили вот такой душ себе. Здесь и душ маленький, и душ квадратненький. И немножко сделали перестановку в ванной, эту стойку убрали сюда. И немножко навели по-другому порядок. И вот такую приладушку купили, очень удобно. А то тут у нас все стояло захламленное. И вот теперь у нас чистота и порядок. Все по-новому. Так что, мои хорошие, на этой нотке заканчиваю я сегодня. Всем пока-пока.